Ваголут не мог. Иду. Короче, разбегитесь. Вообще я тут ничего полутать не могу. Да нет, там надо было просто лутнуть. Это опасно, опасно, опасно. Да нет, там у меня нет, ничего не было. Не опасно, он просто рога. Не, просто на тебе добыча, типа, была. Надо было просто нажать на него и все. Хотел. Просто иди туда. Вот это я имею в виду. Нормально, слышите, ребят? Ну, не мог. Хороший. Ты так говоришь, как будто это котенок. Подолосый. Он хороший, ребят. Не бейте его, да? Да, титрау. Накера, что вы там стоите? Иди сюда. Неликс. Ты же видишь то, что я... Оба, только на таунте веду. Ой, Редварда, не стреляйте его. Зачем ты это делаешь? Ты, по-моему, на время его сбрасываешь, нет? Да 10 секунд, у него целых 10 секунд есть, чтобы набрать агро. Ой, завели. На мне нет уже почти агро. Завели батарейку. Блять, я сейчас эту батарейку, нахуй. Эдвар, я же не виноват, что ты за 10 секунд агро не можешь набрать. Че, напуливать на тебя его? Да, только трэш справа-слева не сагрите, когда разбегаться будете. Хороший. Сильно напулил Неликс в лупе. Какие вздохи. Я удивляюсь просто. Кирс, кинешь там мне троид? Как бы Кирс Горну вроде ничего не говорил, а он мне пишет, что я что-то про него сказала. Неликс, напуливаю. Хуёвый. Плохой, плохой. Трейд багнулся, да, Кирс? Он хороший, кстати, он неплохой. Кто-то обманул. Так, про товары говорили, про моего. Он хороший, кто-то обманул. Кто-то обманул. Хороший, говоришь? Шутки про протовары вечно. Рейдж держите. У вас там бациллы в рейде. Ты шоу? Конечно.
Можно же было бы так в реальном мире такой. Как бацилла увидел, лофнулся. Чтоб от вас не заразить. Угу. Включаешься там, уже все прошли, пробежали. Какая-то конфликтная ситуация, раз оф. Кто бегает? Не бегает, пожалуйста, стой. Гопники такие стопанули. Просто вылетел из игры. Бабл камень. Сык. Сейчас, пацаны, 20 секунд, да, выход из мира. Сел такой главный. Я тут на звонок отвечала. Сережа Мидекс привет передает. Только это не он. Я только что с ним в Дискорде разговаривала, звонила мне. Это не он, но он, наверное, в ДВС стал будет ходить. Ты чего? Было бы неплохо, если бы он еще предупредил об этом, кто сейчас на его персонажа. На пулеву жестко. А че, Энги, все, ушел или что? А он написал мне что-то там, крашится все подряд. Ты, баба, знаешь, когда надо на пуле, когда моб на тамуте просто висит? Пресните этого вагона. Бой висит. Ни дудки, ни 10 АП, ничего нет. Сегодня были в ДВС составе, а Войд такой говорит, я не люблю, кто просит бафы. Библ, не знаешь, кто нам бы мог сделать 10 АП? Бафы — это круто. Мозер. Есть альтернатива. Мозер вообще слакает, где его хант? Я рофлю. Хант. Решил хамта забросить, вот играет на варе. Совсем бессовестный стал. Его ханс просто слишком сильный стал, и поэтому... Да, я и говорю. Не знал, куда деть свою силу. Решил. Решился. Решил перейти на темную сторону. Да. Ребятишки, играйте в мага. Приором. Ребятишки. Они волномут. А ты можешь метку ставить? Я нет, если чтобы вам метку поставить. Почему ребятишки? Ладно, я птенечки называю ласково. Меня скоро, по-моему, бомбанят, блядь. Потому что дядя Неликс. Редвар, почувствуй всю боль танкования. Он уже настолько да старый. Какая там боль? Чё там дядя Неликс? Настолько старый мудр, что нас, ребятишек, учишь. Пора релом становиться, Редвар. О, кстати, давай. Это лучшее, что я мог придумать, нежели, блядь, крикнуть, что вы долбоёбы. А при чём Нерикс там? Чё за хрень? Редвар говорит, в мага не играешь, фига, ноль урона. Андрей, не реагируй, пожалуйста, блин, на меня. Я скажу одно. Давайте, создавайте ШП, качайте талант, и я скажу, что вы долбоёб. Потому что этот талант берётся только в ПВП. Создайте варах. Не заводите батарей. У меня есть ШП. Ну, потом я буду тебя спрашивать, как качать таланты, потому что ты даешь топ ДПС. Лучше спросить у топа, чем быть нубом, правильно? На Сирусе у топа плохо спрашивать. Ты начинаешь собирать такие же там остаты, как у этого чувака, а по факту у него просто силков больше. Шмота, возможностей. Вот бага, Сережа, он уже про это говорил. Бага, дай мне ассиста. Ну, через 5 лет у меня такие же усилки будут, ничего страшного. И да. Я им метки буду ставить. Бабёху лови. Бабёху. Чё, привезти? Да, веди. Вот, поставь это ассисты там, у метки.
ловиться там. У меня ассиста нету там. На кого тебе поставить? На бога. Да, чтобы маг. Ассист. Да. Мага, чтобы. Черепов. Танков промоут есть. Развлекайтесь. Развлекайтесь, и Кир дает лимонскую лужу. Классно тебе. Пизда, у меня, короче, мой стал все. Когда... Сколько он. Череп-то хоть добейте. Кто там второй танк? Ну-ка. Господи. А кто в танке сейчас живой? Сейчас на пулю. Видишь, видите, что я не справляюсь? Ну стопните вы свой ДПС. Вы что, блядь, все сдохнуть хотите или что, блядь? Там вы просто, если один он в танке, то он не затанчит толпу. Вы... Все нормально, порешал просто оверхильте, и все будет в порядке. Коника, приведи там с конца туннеля еще. Да, она же никого с Мараклима еще веди, ну нормально. Мало трэша что-то, блядь. Давайте у кого хп меньше, что как-то будет странно. Алоэ, что у тебя там с пингом? Да что, 1200-1400. Ну ладно, на заломение пока будь. Фарада, твой час настал. Главное, чтоб не как на лече. Лужу кинь, шаман. Только танков было, сейчас неопытного кого-то поставили. Одного еще. Зеленого еще. Сядь, есть скрипты? Ага. Ты опять выбил мне кота. Ага. Два там вот, черепок справа, забери один. Ладно, Фарада, иди. Джокер у рейд вместо Фарада. Этот, чё? Про товара протопал бы втащить. Трэш из прохода весь провели? Да вроде нет. Он уже... Мы в этой комнате не весь трэш почистили. А, вон. С текстуры прошел один по рейду. Там еще в начале есть лопок. А где дружок тут ходит большой такой? Можно я сегодня просто рейд покину? Без танка. А кто у нас? Будет, ты ж у нас опытный, да? Чё? Танк. Ну, сейчас пикните, короче, а я в ТД прыгну. После этого босса. Да танчить вместе будем, если сделаем. Чё, всё, желание пропало. Давай, 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 сейчас на пулю. Чё, не два пака сразу? Вон там, потанчишь. Этого, как он называется? Шамана или кого-то. Ага. Подождите, пожалуйста. Тотем разбейте просто, не будет дилемма. А где тотем? Где лема? Попугай мистера Коттона, тот же вопрос. Его просто так напулили, что тотем сразу в тексты провалил. Он испугал. Напулили тотем? Главное, чтобы... Нет, ну типа он просто по диагонали пошел, и вот, вот этот вот холмик там, где боссы стоят, этот тотем туда... Такой не напулили, а Редвар покилили. Ну не суть. Редвар его щитом в землю забил. Кир. А, Кир. Давай поменяем ты дела, а я вот такое. Я, конечно, могу такое сделать, но при том, что у меня почему-то фризит на боссах, я не знаю, каким образом это... Ну, ладно. Типа, если ты не боишься, что я всех захилю, то давай. Я-то чё боюсь? Он в танках у нас Редвар коватый, Войт коват, ты держишь Каратроса вместе с Хантом.
Редвар, ты держишь шамана у прохода. Войт на тебе будет, соответственно, прист, потом заберешь ханта. Ты ж коват не против бделки, да? На этом боссе все пьют сапрот. Кто отвалится без сапрота, тому будет плохо. Шторм, похилишь тогда Редвара на шамане? Не понял. Редвара на шамане? Редвар танкует шамана у прохода, ты его хилишь. А, хорошо. Сейчас найду только. Что там с Джокером? Может, будем суммонить его или не надо? Да, стоит поставить шкаф и суммонуть его. Да, отличная идея. Кир, сможешь написать Байру, чтобы он там плюнул в босса разочек и где-нибудь в углу отвалился? Тихо и... Там, короче, повезло. То ты не танкуешь Фокс-Рейда? У меня пиво закончилось. Зачем грибада? Ах, пиво закончилось. Вы слышали? Вы слышали это? Это намек, что ты будешь нормально танчить? Я так думаю, почему Гросс подает этот пьяный? Это намек того, что вам повезло. Ох, не знаю, не знаю. Ну чё там? Короче, на баф и пул. Я тогда на Ардвара кину варить, ладно? Сейчас я его буду кинуть. Судя по всему, я типа на рейде, чему я рада, поэтому я, скорее всего, кину кого-нибудь. Тык. Ну? Да. Да. За тебя. Сережа покрепче будет, хотя... Сядь, чего не хватает? Да, рыбы кушал, всё. Пул по отсчёту. Хват, начинай первый. Забери петельку. Я заберу, просто себе. Что там, вот льда нет, ставлю. Ребята, помогите, пожалуйста. Мосу, да, Эйнер по шторму. Убейте их. Мне от этого будет только ура. Thank you.
если есть Эннер по Штормсингеру, киньте, пожалуйста. Порешал Эннер по Шторму. У него КД 20 секунд. Неужели? В дворе сегодня тоже падал, да? Да, я слышал. На хилавага, если что. Ой, я опять не туда нажала. Ребят, извините, я привыкну к третьему. Ну, а вот на следующем боссе два протовара вообще ни к чему. У меня, кстати, не появляется кнопка третий спек, у меня пас-пас. Я еще не настроил. Не настроил? Ну, тогда я зря переживаю. Ну, тут мейн спеки есть, поэтому... Ничего страшного. А кто-нибудь заметил глыбу, которая оказалась в РДДЗ? Лол. Да, видел. Это был я, блин. Очень полезный байер Кирс. Mm-hmm. Сидит рядышком, выжидает. Послушный, смотри, порешал. Послушный. У меня к тебе вопрос. Ты сейчас залагал? Или как это вышло? Mm-hmm. Нет, просто, например, Tell Yumo предупредил меня с самого начала рейда, что у него лаги. Я только из-за этого ГП ему не даю, что ноги на этом, на люркере, что на этом будет. У меня такой вопрос. Пошли, потом. Если у него каждый раз лагает, что он делает вообще в рейде? Ой, ну не дезморальте, ну как? Он не каждый раз лагает. Каждый раз умирает. Да нет, он не каждый раз лагает. За все время, которое я взял в гильдию, он два раза меня предупредил, что он в лаге. Я просто хочу посмотреть на него в рейде. А это вы про кого сейчас? Про Tell Yumo. А, ну да. Ну да. А, кстати, Коват,
Ты все-таки будешь это сплетение брать? Как решил? Я за ним сюда и хожу. Вот. Окей. Че, Хант покушается уже и на сплетение? Другой Хант, но ты его знаешь, потому что он с нами за то ли на клятву, то ли на арбалет ходил на. Сквозь баб что-то такое, да? Да. Что такое сплетение? Ну, такого меня тоже нет, я ее буду на 30 секунд. Это на самом деле смешно звучит, уже если честно. А ну... Я уже объяснял. Байер по не приоритетнее мейнспека и офспек. Вот третий спек, ну, извините, ну, но я лучше возьму Байер. Потому... Бага, я думаю, смотря какой третий спек, потому что есть люди, у которых третий спек в целом полезный, а есть как бы, ну... Типа, скорее всего, человек его даже не будет юзать. Нет, тут именно вот будет звучать так. Main spec of spec важно для рейда, но также рейду важно жрать химию и рыбу. Ну да, примерно так. Какой вопрос, Редвар? У этого человека постоянно лагает или промежутками? Я тебе только что ответил. За все время, сколько он ходил в рейд, вот два раза меня предупредил, что у него... Лагает. Это вот в прошлый раз было в взвесе, если не ошибаюсь. И вот сегодня. В следующий раз, когда он сдохнет, у него тоже лагать будет? Ладно, тут все. Дело не в том, что он сдохнет, и он лагает. Меня предупредил еще до начала рейда. Но я его поставил в рейд. Ты смотри, как бы люди за косяки получают КП, а кто-то нихуя не получает. Я абсолютно всегда предупреждаю, если у вас лаги, вы предупредите меня об этом, чтобы не было никакого ГП на ровном месте. Или если у вас очень сильно лагает, что вы вообще нихрена сделать не можете, да. Я вас поставлю на замену. Сережа, а как быть с тем, что если бой начинается, все хорошо, а в середине боя начинает лагать. Как можно заранее предупредить? Говорить надо сразу. Ну, при... если есть возможность, конечно, сказать. Ну да, но при этом идет... Делаешь скрин пинга. Да, но при этом... А бывает не без пинга, просто кризис. Вот у меня сейчас на этом трэше 400 пинга. Но, то есть, но при этом я даже не знаю, нельзя... во время боя немножко... Но при этом нельзя судить. Как быть? Вот я не понимаю. Написать мне в личку. Принять. И все. Бывает, лагает так, что чат не работает. Ну вот, блин. Значит, свернуть игру и написать мне в личку в Дискорде. Потому что так-то, так-то я завис. О, господи. Ну ладно. Да 200-500 ГП не помешают. Да, да. Внимательнее будете. Вообще, да, в случае там чего можно и скрин с пингом. Если это не пинг, а фриза, ну, бывает, что поделать. Клиент свернуть, написать на уличку, ничего сложного нет. Все, мобов больше нет. Вага, а вот как быть, в ОКХМ все время фризи прилагает. А, ОКХМ это ОКХМ. А там без ГП. Команд красавчик. Нет, ну как сказать, боссы, которые уже поставлены на фарм, там с ГП. Вот так там все равно лагает и глючит. На роботе, ну очень все это. Это я прекрасно понимаю. Там оптимизации нет. Никого суманить не надо, все должны быть на месте. Что по танкам, кто где? А у нас выбор невелик. Кавак с Войдом будет на трэше, Редвар да, будет на бой. Да, танка Варан на трэш тут не поставишь. Тут нужен другой танк. И на бойсе будет. Вот да. Кого ты хочешь? Ну а кто есть? Мишка или Протопал еще есть? 260 пинку. Ну, пришала спека нету. Чего, готов ворваться? Да. О. С первую по четвертую группу, кто хочет отдохнуть? Сережа, почему ты четвертую? Если вы продаете трини, зачем мне этот босс? Я бы отдохнула. Там же это, Хант, который... Кому какая трини продается?
Ничего не продается, кават забирает. В любом случае, я бы отдохнула как раз. Зачем вы меняете человека, у которого все нормально, а не того, у которого пин, блядь? Чё задевал, бага? Потому что я редко вижу этого человека в рейде. Хочу вот у его в рейде посмотреть, что он может, а что он не может. А он тебе сейчас какой-то ДПС не покажет, потому Кирс, что у него пинг. Кирс, похилишь этого босса? Окей. Фарада в рейд. Редвар, Войд, кидайте ролл. Редвар. А что ролл? Хочешь Войд потанчить? Танчи. Редвар, Войд, кидайте ролл. Изи. Можешь не кидать. Мог бы ты сразу сказать, я бы тебе уступил. Редвар, ты на боссе. Кават, алоэ на трэше. Чешку бы лучше так выигрывал, блядь. Сумонти, Фарада. Я на боссе всегда стоял, коват именно в двух словах. 10 мобов, 5 близко, 5 далеко. Вон холики ловишь, поводишь под босса. 10-10. 20 мобов. Как? Первые 4 пачки ловишь, сторонку отводишь, наагриваешь, а потом под... Не захерачит его? Не, ну не захерачит. Парада тут? Ракухарада. Чешку один. Чувствую, а что тебя... мы написать на WhatsApp? Может он не в курсе? Вон принимай чё. В рейд иди. Ему надо что-то с босса? Конечно. Нет. Полину убей просто его, заменили, убей. Чтобы она пошла после. Так, чё ты там, конь? Ты выл, да? Что у тебя милих останется? Да-да. Нужен милихас. М? Милихас нужен, да. Ну окей, я поставлю. Блять, ни хасты, ни АП. Фарада, ты тут? Да он тут. Только насчет в рейде не вижу. Там он релогался, я ему понял. Да он тут. Бафы к нему дайте. Рыбу поешь. А чё там, босс особо такие скиллы не дамажит, да? Там не надо нигде там прожимать. Чё не надо, просто казнь нажимай, всё. Рыбу затыкали или просто не видно? Затыкали. Она пропала от времени. С другой стороны стоит рыба. Так, верчи на моя и стоит, Кир. Пристабав дай. У по отсчету. Баба она будешь? Очень. Радвар, чалленджишься на меня. Я тут тебя стою. Да поглотит вас, мужчина, вот. Да иди уже не бей, просто. С под морду. Ой-ой-ой. Ракухи. Порешал, поднимай мосу. Так, пойдет или что дальше? Нормально. Так, я помогаю пока ловить, так что наагрывай. Вот, ты следующую пачку словишь, тогда на сторонке.
Все, последняя пачка. Чуть-чуть подагр. Ну да. Нормально, держи. Не могу скиллы прожать. У меня ответ. Ну, у меня скиллы не прожимают. Кирс, поставь по темпу, пожалуйста. Ну, значит, делаем проще. Трэш вообще теперь не сводит. Главное не уронить кого-то, а мы просто туннелим босса. Там сейчас шарики надо будет половить, а то если меня застанет, будет печально. Варлоки, идите ловить шарики. Прям все вместе. Иннер по сторону киньте, пожалуйста. О, Лой, ты зарубился, да? Нет. Че, я побегаю там, половлю тогда? О, шарики, да. В лагах, может, получится. Приготовьте зубы на меня, скажу тогда. Да нормально, добивай. Пока полтос отдал, и еще одна прожимка есть. Там про товар просто не расколок. Не, я раз пять, наверное, в луже в этой был. Шарик. Не вижу смысла. Угу. Особенно, когда я, блядь, в РСке, нахуй. Ой, блядь, в ОКХМ, нахуй, вешаю раскол фурики. Он спрашивает, блядь, раскол фурики? Охуенно, блядь. Фурики — это не топ-класс. Топ-класс — уважаю. Блин, вот не знаю насчет этой шеи, вот у меня стоит багруха, но если кинуть все в инту,
то кап крита как бы нормально собирается. Имеет ли смысл ее менять на вот эту? Ну, это полезная шея. Кирс по-братски кинь. На голду. Я тут. Готовы вернуться в рейд? Да. Tell you more на замену. Давай я на замену. Ну, у тебя совсем прям все плохо? Да, 7300 у меня. А у него 20 секунд. То же самое у него. Ладно, сейчас подумаем. Знаете, что, какой момент я вам расскажу? Я в свое время, играя за Курика, да, получал ГП нахуй. Один за раз это было. Но я это прекрасно помню, блядь. Это было при пианисте. Это власть другая, законы тоже, да? Да, 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 именно так. Портал. Тогда я даже... Пианист был там ни при чем вообще. Тут дело не в том. Там Вага настоял на том, чтобы мне дали ГП, блядь. Это тоже прекрасно помню. Я это прекрасно помню. Ну, значит, в данный момент из присутствующих варов в рейде с Андером должны заниматься Кекси вместе с Паном. Тупары, на мой взгляд. А можно меня в пятую группу, если обхилей присумонить? Причем Мазер меньше месяца. Давай, гляди трэш, чувствуй. А ты про товароведку посмотри, у дрожайшего нашего. Крутого. А у меня нет, у меня это, за место... Да, вот, да, и выкинь эту ветку. Или за место я... Раскова взял щит с тебя. Или я в ДД. Tell you more, ты в Долоран. Там портал стоит, прыгай. Это я могу взять Раскова, но вам это надо. Там тебе не сыграть. Я уже проанонсил. То есть 4 варов может стакать раскол. Пан, это не надо соло. Вас двое. Чередуетесь. Я вообще соло хуярю. Раскол, ну, ты нормально. Один типа. Казан, да. Чё, у тебя не летает в форме, что ли? Соник, а сделай пока это. Там, а у меня нету, у меня когда надо бибу. Я сделал. Присумоните. Поставьте пока шкаф. А у тебя даже пан не видишь, да, ты дебафы? Висят ли они, не висят? Правильно? У меня стандартный интерфейс, там прям все мелькает, все. То на одном месте стоит, другое это ключевое. Танки большого заберите. Кому-то надо вот эта ткань? Обратненько, ну. Кстати, заебись вам, то, что власть сменилась. Пианист бы вам начали сказал. Нахуй ты здесь нужен, блядь, если ты не можешь раскопать. Ротворцы не везде. Если чего? Если раскол не можешь стакать. Да, только пианист за расколом вообще не следил никогда, в отличие от неожиданно, да? В целка тогда мне так крикнули, нахуй ты здесь нужен, блядь, если ты раскол не можешь. Бля, а знаешь, помню, почему это было? Это было только из-за того, что я заикнулся про раскол отвара.
Там был Редвар и еще, по-моему, да, какой-то вар, и типа на них наехали на профи. Кто на боссе, кто на мобах? Да, там, я правда не помню. А началось вообще из-за чего? Из-за войда, то что у того, блядь, кашные камни стояли. И в итоге, короче, на меня съехали нахуй, я был крайним и получил ГП за раскол. Ебать, ты хочешь сказать, из-за меня ты ГП получил? Ну, вообще началось все из-за тебя, блядь. Так, так. Короче говоря... Ават у нас будет на трэше вместе. Почему? Ты что, хочешь, чтобы вар танчил босса? Ну а чего? Хочешь в два вара трэш потанчить? Ну конечно. По два моба нормально будет. Да Кават соло там, конечно. Кават у босса лучше. Окей, хорошо. Редвар, левый трэш воет, правый трэш, Кават на боссе. Кто из нас с Полиной в хиле, а кто в дэд? Я уже несколько раз спрашивала, меня будто не слышит. Я уже сама почти добежала, даже не сумонят. Полина, филе, ты ДД. Бедненько, это моя, ну, сумоняю тебя. Спасибо, спасибо. Тут 10 тел уже сумонят. Я первый! Ебать, вот это четко было. Ты беженку вместо Полины присмотрел? Нет. У кого-то вообще стоит талисман бездны? А вот ты вопрос. В этом Dark Discord, да? Да, у меня на бафу пол. Окей. Чё, давайте уже босс. Мосса чего не хватает? Редвар, бздилками обмениваемся с тобой. У нас три шамана, с них тотем на МП5. На МП5 я всегда ставлю, и... Я поставлю вам на миллион. Инта есть. От природы я тоже ставлю. От Эльдаба кто-то поставил, было бы... На Агилу надо. Поставлю я, успокойтесь, господи. Готов, Моса, плюса не в чёт. Пул по счету. Ой, это я левый, ты правый. Да-да. Ты не со стороны просто стоишь. У тебя чайник кипит. Все тихо. Не, ты в прыжке, я в звезде. Третий после четвертого перевожу. Ты перебеги на другую сторону. Ты знаешь, где право, где лево? Перевожу. Перебегай. Стопнули дамаг. Ты сорвешь. Дейсон, ты пальбу отдал. Анфил. Тоже тотем поставлю. Стою до ревна снова. Если что, на ТСС. Оверхиль тиковато. Ну, уже сработало. Дамаг стопнули. Перевожу.
прибой с танков собрал на себя. Дайте бафы ему скорее. Трэш с Мосса заберите. Мосса, подведи в милее. Ребята, что вы... На эту сторону, блядь, где танк? Не спамьте мобов, главное. Падаем или продолжаем? Да, падаем, конечно. Бля, ебать, вы чё, перебегайте с танком на сторону, где он танчит, чтобы такой хуйни не было, если босс сорвется, чтобы он не заспамил. Значит, мобов. Три человека, которые сейчас, я увидел, стояли слева под ядовитую фазу, на следующем пуле окажетесь там же, сразу же по 100 ГП. Вот я не знаю, я стояла посередине, правильно я стояла или нет? Я ни там не стояла, грубо говоря. Ты хил, без разницы, по сути. Блять, Войт, ну, пожалуйста. Я упала. Блять, один друг у меня, Войт, в рейде есть. Спасибо. Отбегайте быстрее, или мы идут. Сюда. Иди сюда, пан. Сделал, я запомню. Блять, он один меня засейвил. Постоим, они нас присмонят. Мы к ним не подойдем никак. Хотя через. Шкаф, Сумон. Один говорит, меня засейвил. Я. Пожалуйста, если можете. За первыми мобами. А там большой не надо. Давай, Сумонем. Да. Сумонем. Странная херня, я вот не понимаю, как он считается. Он и физухой считается, и магическая херня. Ну типа саппорт 72 тысячи, 50 тысяч поглощено, блять, физика. Ну пойми человека, да? И 116 тысяч прибил у тебя. Спасибо, только отойдите от рыбы. Ты лучше на шкаф нажимал, чем смотреть. Поманули, спасибо. Активнее бафную обновляем. Будем пулить. Ават, переводи лучше под четвертый стак. Ну типа мобов убили, да переводи. Хули там ДПС до жопы, босс умирает быстро. А, спасибо, Калат, я уже тут, ты меня уже сумонил. Короче, на бафу пул.